цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Когда мы говорим о шифоне, согласись, мы понимаем, что это, пожалуй, один из самых благородных образов, которые мы можем получить. Итак, яркий флористический принт на невероятной воздушной тунике из шифона. И это уже ваш благородный образ. При этом, при всем, что приятно, Арин, когда мы говорим «туника Селена», мы получаем не просто шифоновую тунику с таким шикарным принтом в свой гардероб, мы получаем еще и подарок, потому что у нас в подарок туники Селена идут еще и узкие брючки, которые создадут, во-первых, комплект, единый стилистический, так и, естественно, максимальное разнообразие образов. Слушай. Это наша новая воздушная фигура, потому что ничто, как шифон, не способно придать нашему телу изящество и легкости, и, конечно же, комфорт дыхания материала. Слушайте, великолепно! Где вы видели такие цены и такие подарки? С 1999 рублей, и эта цена не просто за тунику, это цена и за тунику, в подарок которой вы получаете великолепные бриллианты, которые сейчас демонстрирует вам на подиуме наша Катерина. Две вещи по одной цене вы получаете. К тунике сегодня идет подарок бриджи. Ну что ж, цвета. Синий выбирает для себя Катя. С яркими красными цветами смотрится очень и очень нарядно. Далее вечерний цвет бордо. Посмотрите, очень люблю бордовые оттенки. Всегда их выбираю на торжество. Мне очень нравится изумруд, который в заказе будет называться зеленый. На нем особенно реалистично прорисованы вот наши лепесточки розовые. Черный, самый торжественный, вот на нем ярче всего прорисован контраст принта и однотонной черной ткани. Ну и посмотрите, вы получаете не одну тунику из шифона, вы получаете в подарок к этой тунике бриджи. Вы получаете сегодня два в одном, посмотрите. И этот образ обойдется вам всего в 1999 рублей. Легкая, невероятно летящая, романтичная. Ты знаешь, сразу такой образ создает невероятно легкий. Ну смотри, шифон действительно, благодаря эфемерности своей, на любом размере играет на нашу стройность, на нашу воздушность. Плюс ко всему, бренд Christophe Ade создал для нас поистине дизайнерскую вещь, потому что, когда мы говорим не просто о воздушном шифоне, который всегда считался тканью королей, который далеко не всегда был доступен простым смертным, да, вот вообще вот эта вот зернистость шифона, она достигается путем очень-очень плотного скручивания нитей. И в настоящее время шифон не просто воздушный материал, он стал еще и невероятно крепким, поэтому мы теперь уже понимаем, что когда мы в своем гардеробе селим шифоновые вещи, это не просто нарядность, это еще и долговечность. Представляете, я напоминаю, заказывая сейчас тунику из шифона, свободную, легкую, летящую, красивую, нарядную, вы получаете в подарок бриджи, которые сейчас видите на Кате. То есть получается, что за 1999 рублей со скидкой почти 2000 вы получаете полный и готовый образ. Ничего докупать или добавлять в этот образ уже не нужно. Вы видите, что это готовое решение. Скажи, пожалуйста, почему же все-таки шифон, легкий такой материал, но не просвечивает? Да, ты знаешь, мне очень нравится, что здесь нам не нужно думать о каком-то особенном белье. Бренд Christophe Ade продумали все до мельчайших деталей. Внутри у нас еще есть дополнительные топы сетчатого материала. Причем этого топа и плотности шифона достаточно для того, чтобы туника не была прозрачной, поэтому особенное белье не подбираем, носим ее, ну, грубо говоря, действительно на белье, выглядим безупречно со всех сторон. Но при этом, смотри, легкость у нас не теряется, и легкость у нас остается, да, и разные фигуры тому подтверждение на подиуме. Ну, прежде всего, смотри, то, что мы все-таки выбираем для себя туники. Туника, естественно, мы знаем, что длина ее нам всегда закрывает верхнюю часть бедра, и поэтому мы получаем эффект коррекции фигуры. А когда мы говорим о легкой тунике с легким расклешением, вот это еще очень здорово, что у нас есть легкое расклешение, не слишком много объема, лишь такая, видишь, вот такой А-образный силуэт. Мы закрыли живот, мы закрыли самую плотную часть бедра, и получается, мы можем себя абсолютно расслабленно чувствовать, при этом при всем у нас скрыты все недостатки. Рукав 3/4, он закрывает локоть, привлекает внимание основное к самому изящному части, это запястье. Когда у нас внимание привлечено к запястью, то визуально сразу вот все
всех окружающих уводится взгляд от всех каких-либо наших недостатков в районе корсетной зоны и бедер. Вот представляете, вы такая стройная, легкая, красивая. Представляете, как здорово будет появиться на собственном дне рождения или прогуляться по парку со своими родными и близкими. Да что мы только с вами делать не будем этим летом. Будем вести активный образ жизни. В честь Дня бренда на телеканале Shopping Show к этой тунике вы получаете подарок. Вот такие комфортные бриджи вы будете с удовольствием носить летом, наслаждаться комфортом. Они великолепно сядут на фигуру и идут по размеру нашей туники. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Количество наших подарков, к сожалению, ограничено. Поэтому, заказывая сейчас, вы гарантированно получаете вот этот подарок. Ну и что ж, почти экономим здесь больше. А, смотрите, 1800 рублей мы здесь с вами экономим. Слушай, длина хорошая. Вот мне нравится, что туника все-таки уверенность в себе добавляет. Ну, ты знаешь, туника действительно добавляет нам уверенность в себе. Почему? Потому что мы убеждены в том, что животик, бока, бедра у нас закрыты 80 сантиметров. Причем для любого роста абсолютно у нас все закрыто. При этом, при всем, смотри, А-образный силуэт, есть небольшой напуск. И шифон, он компенсирует вот эти драпировки, которые бы в обычном материале могли бы нам здесь объема прибавить. Но при этом, при всем, шифон как раз воздушность нам и добавляет. Поэтому надеваем тунику, вспомним, что у нас все-таки еще есть внутри легкий топик, для того, чтобы она не была прозрачной, для того, чтобы мы не думали, что нам нужно какое-то дополнительное еще нижнее белье или маечка, что мы здесь выглядим уже очень хорошо со всех сторон. Вот для тех, кто только что присоединился, давай еще раз поможем подобрать размер. Выбираем мы вещи от бренда Christophe Ade размер в размер. Кстати, тунику мы вообще можем выбирать только по размеру верха, потому что благодаря силуэту трапеции она уже сама сядет на бедра любого объема. Класс, это супер, посмотрите, легкий, романтичный образ, шифон, это королевская ткань, которая будет смотреться всегда выигрышно. В такой тунике вы всегда будете в центре внимания абсолютно точно. Давайте вспомним, какие цвета сегодня мы с вами получаем. Синий, насыщенный, великолепный. Бриджи вы получаете в подарок. Далее бордовый, если ищете на торжество, тунику, великолепное будет решение. Также к тунике вы получаете бриджи в подарок. Черный цвет, посмотрите, кто любит оттенки черного, но при этом не любит вот полностью, чтобы черный был цвет. Посмотрите, здесь у нас есть цветы и бриджи в подарок. Ну и, конечно, зеленый, изумрудный будет называться в заказе. Также вы получаете бриджи, количество подарков ограничено, и это великолепный шанс создать легкий, летний, романтичный образ, при этом скрыть все недостатки. Посмотрите, ну кто знает, на сколько вы килограммов поправились этой зимой? Никто этого не увидит. Не нужно сидеть на гречке, как моя подруга там 2 недели на гречке просидела, а толку ноль. Нужно правильно подобрать гардероб. Так вот, бренд Christophe Ade специализируется на пышных формах.